Pues ya, Славия Мазаченко, let's play. И мы сейчас устанавливаем Life is Strange Before the Storm. Эпизод 1, эпизод 2. Так что, начинаем. Я скачал с торрента. Вот наш файл. Ссылка будет в описании. Монтируем его при помощи Demon Tools или алкоголь 120%. Но в моем случае у меня сейчас Windows 10 стоит. Его монтировать не надо. Он сам смонтируется. То есть мы его два раза щелкаем по нему левой кнопкой мыши. И он уже смонтировался у нас. Дальше нажимаем Setup. Разрешаем, конечно. Ну, так, музыка сразу у нас, выключаем музыку. Вот наш установщик игры будет установлен в C, программ Files, Life is Strange, да, вот так. Мы тут ничего не меняем, просто нажимаем Install. И пошла наша установочка. Так что я обязательно пройду тоже Life is Strange, буду проходить игру Before the Storm. Именно вот первый, второй эпизод. Будем ждать третий эпизод. Как говорится, разработчики очень постарались и сделали второй эпизод очень быстро. Как говорится, если они хотят, то могут делать быстро и качественно, конечно. Я второй эпизод не смотрел и не знаю, что там будет. Первый вообще я не играл эпизод. Только тизер посмотрел. И все. В общем, так что вот так. Мы ждем загрузочку, пока загрузится наша игра. Пока она загружается, мы можем посмотреть в папке, где мы смонтировали. Вот. Здесь у нас есть такая папочка «Кодекс». Вот. И потом я вам расскажу, что с ней надо делать, когда игра установится. Мы подождем, подождем. Итак, у нас игра установилась. Нажимаем Finish. Вот наша игра. Итак, нажимаем правой кнопкой мыши по игре. Open Location. Находим, где игра у нас находится. Находим папку, где у нас папка Codec. Yes. Вот этих вот два файла. Вот этих вот, то есть вот этот и вот этот вот. Этих два файла мы скидываем сюда и заменяем их. Конечно, заменить. Так, заменили. Замечательно. Затем мы открываем папку Life is Strange
Before the Storm Data, Plugin, открываем Before игру нашу, не игру, а Data, точнее, Plugin, то есть Life is Strange, Before the Storm 2, Life is Strange, Before the Storm Data, Plugin находится, да, и все это вот копируем сюда внутрь и заменяем обязательно. Замечательно. Закрываем, закрываем. Затем мы то же самое, правая кнопка мыши, Properties, обязательно, Communing, Run, так, Run this program. Выбираем наш, у меня Windows 10, значит, выбираем восьмерку, ставим. Здесь тоже мы ставим галочку, обязательно, с администратором разрешением. Оп. Apply. Дальше мы сюда щелкаем. То же самое делаем, галочку ставим. Выбираем тоже восьмерку. Тут мы тоже галочку ставим. Вот. Игра установлена у нас. Теперь осталось только запустить. И мы ее запускаем. Конечно, да. Игра, у нас иконочка появилась. Значит, игра запустилась. Вот. И ждем. Игра весит 11 гигабайтов. Хочу вам сказать, в начале видео, но очень был увлечен установкой игры, так что вот 11 гигабайтов весит. Мы подождем. Ну. Вот. Игра запустилась отличненько. На Unity. Игра на Unity у нас. Я сначала, когда первый раз за самый вот устанавливал, да, в том, что на Unity, вау, Unity, движок Unity, это ужас. Когда перед тем, как я это видео сделать, я установил игру и проверил, работает ли или нет. Так что все работает, я удалил игру и опять вот с вами установил игру заново. Что тут только эпизод один.
сначала с двумя эпизодами. Если эпизод 2 кладут. Включите. Ну ладно, сделаем новое видео. Найду обязательно для вас со вторым эпизодом. Так что получается, что у нас только один эпизод. С первым эпизодом. Эврей. Так что у нас... Эврей. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кому помог, обязательно. Так что... Нажимайте колокольчик. Всем пока. Вам был Крушенко.